Всем привет. Смотрите, видите, вот этот строящийся дом, это жилой дом, в будущем он будет. Вот так он будет выглядеть, кстати. И хотите прикол? Этот дом долгострой, его никак не могут построить. И знаете, что тут написали на паспорте объекта? Знаете, когда окончание строительства? Срок начала и окончание строительства. Вот, то есть его начали строить в феврале 2019 года, и, внимание, его закончат строить в декабре 2031 года. Тут его, походу, хотели закончить раньше строить, но потом тут замазали и написали цифру 31 карандашом. В декабре 2031 года этот дом сдадут. То есть планируют сдать в 2031 году. Офигеть. Вот это да. Получается сколько? 8 лет ждать еще, пока этот дом построят. А всего он строится будет сколько? Получается 19-й, 29-й, 30-й, 12 лет, получается, этот дом будет строиться, если считать полный срок. Вот, многоквартирный жилой дом по улице Зиньковой, 7, в городе Витебске. Капец. Будет строиться 12 лет, получается, и еще 8 осталось. Вот так он будет выглядеть, как на том рисунке. Да уж, конечно. Почему, я не знаю. Видимо, денег нет или что. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока.